Глава 3 книги пророка Иоиля. «Ибо вот в те дни, и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному, так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилие переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь с Сиона, и даст голос свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим. Египет сделается пустынею, и Едом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».